В Карачаевском городском округе активными темпами продолжается строительство нового ясельного корпуса детского сада номер 6 Тиберды. Об острой необходимости еще одного дошкольного учреждения в городе-курорте главе Карачаево-Черкесии рассказали жители населенного пункта во время выездного приема граждан. Ахмат Халкечев подробнее. Строительство хоть и началось в октябре прошлого года, но работы шли с серьезным опережением графика. На данный момент готовность объекта составляет чуть больше 80%. Уверенно можно сказать, что строители вышли на финишную прямую. Активно идут работы по прокладке инженерных и электрических сетей. Попутно благоустраивается территория и выполняется косметическая отделка помещений. Работы ведутся согласно сметно-проектной документации и по срокам. И по качеству. Поздняя весна сказывалась, но мы не останавливались. Были очень сильные морозы и снег, но мы не останавливались, шли к намеченному. Строительство нового ясельного корпуса стало возможным только при личном содействии главы республики Рашида Тимрезова. Старое здание детского сада Тиберды было построено в конце 40-х прошлого столетия и давно уже не соответствовало никаким нормам и требованиям. Краткий, но увлекательный исторический экскурс для нас провела заведующая детским садом номер 6 Тиберды Диляра Луковнева. Вот это здание, ясельное здание, равно как и те здания, которые находились через дорогу, вот там, где сейчас строятся, они были построены прямо сразу после войны пленными немцами 49-го года постройки. Естественно, они даже тогда не соответствовали уже советским нормативам, не говоря о сегодняшнем дне. И, безусловно, все эти годы как-то еще, ну, помещались, наверное, дети. Но сейчас у нас очень много многодетных семей. 3-4 ребенка в семье – это уже норма считается. Естественно, никаким образом мы не помещались и не могли принимать детей в группы ясельные. Естественно, их мамы не могли выходить на работу, потому что сидели дома. Несмотря на то, что природно-климатические особенности Тибердинского ущелья все же отразились на темпах строительства, представители подрядной организации и руководство городского округа очень сильно рассчитывают, что уже к началу нового учебного года учреждение дошкольного образования распахнет свои двери. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда, Карачаевск.